Сегодня нам выпала возможность побывать на вновь отреставрированном мемориальном комплексе Саур-могила. Саур-могила дважды стала местом самых жестоких боев в битвах за Донбасс. В июле 1943 года, почти одновременно с Курской битвой, началась Донбасская наступательная операция Красной армии. Вермахт вынужден был считаться с возможностью потерять маленький Сталинград. Советским военачальникам удалось прорвать оборону. Так Курган тоже был захвачен и стал частью плацдарма, который за две недели боев расширить не удалось. Но немцы перебросили из-под Курска танковые подразделения и выбили советских солдат с Саур-могилы. Однако с 18 по 31 августа продолжались страшные бои. И уже 30 августа советские разведчики установили на вершине Саур-могилы красный флаг. Обильно политая кровью, высота Саур-могилы отдыхает от боев. А потом пришло время памяти. Сразу после войны на месте боев поставили скромный обелиск. А в 1960 году был объявлен всесоюзный конкурс на мемориальный комплекс Саур-могилы. По итогу конкурса возведением комплекса занимались киевские скульпторы. И уже 19 сентября 1967 года произошло открытие этого комплекса. Однако эта многострадальная высота снова увидела подвиг донбассовцев летом 2014 года. Бои за него начались уже в июне, но самые упорные развернулись в июле и продолжались в августе. Тогда дорогу боевикам ВСУ заступили бойцы батальона «Восток». То, что они сотворили в том июле, полностью укладывается в понятие подвига, хоть в советском, хоть в каком понимании. 32 бойца гордо сражались за Саур-могилу. Однако в августе украинские военные взяли Саур-могилу, но продержались там недолго. 26 августа там развивался флаг Донецкой Народной Республики. У подножья поставили часовню, а на вершине любой человек может отдать дань памяти, что сделали и наши далевцы. Посещение Миус-фронта и мемориального комплекса Саур-могила произвело большое впечатление на нас, так как сейчас, как никогда, прослеживается связь поколений и событий.